Гарри, пришло время потренироваться в сквидч. Встретимся с тобой на поле по игре в сквидч у моста через Хогвартс. Травология, дом Хагрида и сквидич. Эй, Гарри, приветствую тебя на футболе. Это нечто вроде тренировки на Уэстхэме. Если ты сможешь забросить мяч между 10 мигающими дырами за данное время, ты выиграешь приз. Таймер начнет работать, когда мяч пройдет через первые ворота. Удачи, Гарри! Thank you.
Тебе нужно пойти и принять участие в тренировке по Сничу. Это прямо напротив главного входа в Хогвартс. Иди за Хедвигом и найди стадион для игры в Снич. Осторожно, грядка тыкв, Хагрид. Гарри, я пропустил травологию, и профессор Спрут ужасно разозлился. Привет, Невель, что такое?
Я должен разобраться со всеми своими делами и только потом оказаться в проходе. Я все еще жду тебя на поле по игре в Сквиддич. Встретимся на тренировке. Это Оливер Вуд. Привет еще раз, Поттер. Я все еще пытаюсь попасть в комнату по Сквиддичу. Ты не мог бы мне рассказать Оливер Вуду? Ты же все-таки член его команды. Хорошо, Гарри, хватай метелку, и мы с тобой начнем. Начало тренировки. В матче должен быть искатель, который поймает золотой снич и заработает 150 очков. Поэтому искатели должны быть очень осторожны, нужно тренироваться. Сперва мы будем учиться основам работы с метелками. Эта метелка не полетит, если ты не оторвешься от земли, тебе нужно сконцентрироваться на управлении. Направляй влево и вправо, пролети между отметкой, это кнопка ускорения. Попробуй изменить курс, пока не окончится счет. Готовься! 3, 2, 1... Пролети мимо я, Гарри! Хорошая работа! Хорошая работа! Как славно! Это Гарри! Это Гарри.
Отлично, за такое быстродействие получи золотое крыло, 25 очков. Верно, Гарри, а теперь переходим на следующий этап. У меня две метлы, с которых ты можешь выбрать наиболее понравившуюся. Что ты хочешь? Вот тебе одна метла, попробуй пролететь на ней. Некоторые предпочитают лететь вверх и вниз немного по-другому. Вторая метла позволит тебе использовать кнопки. Хочешь пробовать снова? Так, Гарри, что ты выбираешь? Выбери свою метлу, нажав влево или вправо. Если ты решишь изменить управление позже, то сделаешь это на грани опций. Ты закончил основу тренировки по сквитчу и теперь можешь поиграть в лиге. Давай продолжим тренировку. Ты закончил основу тренировки по сквитчу, хочешь выйти? Окей, а теперь давай поработаем над поиском снитча. Тренировочная метла будет летать. До первой части тренировки посмотрим, как ты за 10 прыжков поймаешь этот снитч. Приготовься, Поттер! 3, 2, 1, отпускаю снитч! Пролети через кость, Гарри! Это Гарри! Это Гарри! Отлично, за такое быстродействие получи золотое крыло, 25 очков. Время для второго урока Искателя. Тебе придется ухватиться за снич, посмотрим, насколько легко ты его поймаешь. Пролети через 10 крыльев и потом подойди прямо к сничу, потом жми эту кнопку, когда он будет на экране. По команде. 3, 2, 1. Пролети через кольца, Гарри. Это Гарри. Как славно. Это Гарри. Как славно. Хорошая работа. Великолепно, за такое дело получаешь золотое крыло и 25 очков Гриффиндору. Побеждает команда, искатель которой первым схватит снич плюс 150 очков. Очень часто искатель той или иной команды получает травмы. Посмотрим, как ты сможешь поймать снич на лету. Готов? 3, 2, 1. Пролети через кольца, Гарри. Как славно. Гарри. Как славно. Хорошая работа. Как славно. Как славно. Если промажешь, Гарри, то не переживай, просто переходи дальше. Хорошая работа, Гарри. Это Гарри. Это Гарри. Это Гарри. Хорошая работа. Хорошая работа! Как славно! Если промажешь, Гарри, то не переживай, просто переходи дальше. Хорошо, за такое быстродействие ты получишь крыло. Хорошая сессия, Гарри. Двери по тренировке для тебя открыты. Эй, Гарри, очень хорошая тренировка. Я не знаю, но ты думаешь, все будет так?
Да, а почему бы и нет? Ты одарил Фреда и знаешь, что если всегда хочешь выигрывать, нужно принимать участие в играх. Это правда. Как насчет хорошей игры? Похоже, у тебя все хорошо получается. Надо тренироваться. Запомни, Гарри, ты можешь наносить сильные удары, сжав эту кнопку, но и наоборот, сжав другую кнопку. Смотри, все эти цветы сверкают, это значит, что в них что-то есть. Верно, так. Приготовились? Дуэль! Хорошая игра, Гарри. Этот раунд за тобой. Приготовились? Дуэль! Вот так. Старайся сфокусировать на этом. Нам нужно. Экспеллирамус! Как чудесно, Гарри, ты правда очень хороший. Я думаю, ты победишь любого. Ты слышал, что у Слитеринов будет новый искатель? Интересно, а кто это? Это я, посмотри, что мой отец подарил всей команде Слитеринов. Самая последняя модель прошлого месяца. Мне кажется, она превосходит старую серию 2000. Хорошо, что никто в команде Гриффиндора не будет пробиваться. Никто не просил твоего мнения, грязнуля. Ты заплатишь за это, Малфой! Рон, ты в порядке? Я так не считаю. Рон, тебе лучше отправиться к Хагриду. Следуй, Рон, Гарри, и не теряй его из виду. Ушел, но я оказался быстрее. Huh?
Верно, Гарри, нам нужно оставить их в покое и заняться настоящим делом. Надо поймать их всех. Передвинь миску патрона, и тогда сможешь поймать их всех, а потом запихнуть в бочку, нажав эту кнопку. Переполнение, быстрее, Гарри! Удачи! Хорошо, Гарри, какое умение? Как ты, Рон? О, я никогда больше не хочу убить этих тварей в жизни. В следующий раз я достану Малфоя. Как он может обзывать Гермиону? Рон, это всего лишь слово. Да, но грязное слово – это самое страшное, на что он способен. Так он называет тех, у кого родители были волшебниками. Существует... Спасибо за защиту, Рон. Наверное, тебя подвела твоя волшебная палочка. Я все еще ощущаю этих тварей. Кажется, мне снова нужно почистить зубы. Оу, посмотри, который час. Нам лучше найти профессора Локхарта, а то мы опоздаем на занятия. Нам надо? Правда, Гарри, я не хочу знать, что ты имеешь против профессора Локхарта. Он фантастический преподаватель. Кажется, что он так считает. Доберитесь до урока защиты от черной магии в Верхнем замке. С возвращением, Поттер! Теперь мы начнем тренировку! Окей, Гарри, мы будем оттачивать основные кнопки управления. Направляй влево и вправо пройти между отметкой. Это кнопка ускорения. Попробуй изменить курс, пока не окончится счет. Отлично, но у тебя уже есть золотые крылья. Тебе нужны еще одни? До первой части тренировки посмотрим. Готов? Пошел. Отлично, но у тебя уже есть золотые крылья. Тебе нужны еще одни? Тебе придется ухватиться за снич, посмотрим насколько... Пролети через 10 крыльев и потом подойди прямо к сничу, потом жми эту кнопку, когда он... Отлично, но у тебя уже есть золотые крылья, тебе нужны еще одни? Побеждает команда, искатель которой первым схватит снич, плюс 150 очков. Очень часто искатель той или иной команды получает травмы. Посмотрим, как ты сможешь поймать снич на лету. Я тебя уже наградил серебряными крыльями. Ты теперь хочешь золото? Готов. 3, 2, 1. Пройди через кольца, Гарри. Как слабо.
Держись, Гарри. Как сам. Хорошая работа. Гарри. Как сам. Хорошая работа. Это Гарри. Хорошая работа. Как славно. Гарри. Как славно. Отлично, за твой успех тебе будут даны золотые крылья. Ты хочешь пробовать снова? Отлично, ты смог завершить тренировку по сквитчу. Хочешь пробовать снова? Хорошая сессия, Гарри. Двери по тренировке для тебя открыты. Да, я убью тебя. Это будет действительно интересный урок. Профессор Локхарт, возможно, один из самых храбрых волшебников. Is that why you've marked all Lockhart's lesson with little hearts on your timetable? Мне нельзя. Are you okay, Harry? Все в норме, пошли. Пойдем со мной. Ah!
Давай, Гарри. Боже мой, Гарри, я хотел бы думать, что все твои люди были одарены в школе. Запомни, Гарри, ты можешь осмотреть свои очки в башне Гриффиндор. Привет, класс! Я Гилдерой Локхарт, пятикратный победитель лучшей улыбки волшебника. Сегодня я научу вас, как использовать новую магию. Это же Pertificus Totalitus. Следите за моей дорогой палочкой, она нажмет сейчас указатель. Проделайте это трижды, вы научитесь Pertificus Totalitus. Готов? Отлично! Отлично! Очень стильно, прямо как я. Все очень просто. Готовы? Класс! О, нет! Очень стильно, прямо как я. Еще один разок. Очень стильно, прямо как я. Отлично! Очень стильно, прямо как я. Вы получили проходной балл. Вы можете вернуться и поработать над оценкой получше, получив специальный приз. Я предупреждаю, вы можете столкнуться со своими ужасными страхами. Пока я тут, они не могут причинить вам вреда. Спокойно. Готовы? Свеженькая Конниш Пикси. Не волнуйся, я поймал ее раньше. Мы в полной безопасности. Так, я попрошу вас троих отложить этого маленького друга и всех остальных посмотреть в клетке. Увидимся после урока. Похоже, что Локхарт хочет, чтобы мы дали ему в руки опыт. Я позабочусь об этом. Когда Пикси станет красной, ты можешь использовать новую магию. Pertificus Totalitus! Ты можешь только поднимать его, пока он стоит. Вингардиум Левиоза! Отведи Пикси к клетке и бросай внутрь. Просто, теперь ты можешь попробовать, Гарри. Рон и я перейдем на следующий раунд. Разве профессор Локхарт не мил? Окей, я постараюсь, но моя палочка теперь ведет себя очень странно. Ах, Гарри, я отправил твоего друга наверх, чтобы он кое с кем разобрался. А пока убирайся и присоединяйся к нему. Pertificus Totalitus. Очень хорошо, Поттер. Тебе лучше зайти к юному Висли наверху. Увидимся позже. Ah!
квадрификус тоталитус. Вингардиум левиоза. 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 Отлично! Вы прошли мои тесты! Очевидно, что я смог одолеть этих пиксев одним махом своей волшебной палочки. 20 очков Гриффиндору за отличных студентов! Разве не чудно? Интересно, что у вас троих для меня есть? А этот Хэллоуин будет мое 500-летие. Завтра я буду проводить в одном из своих залов вечеринку. Всех друзей приглашаю посетить. Будет очень здорово, если мистер Висли и мисс Грэнджер придете ко мне. Возможно, вам стоило сказать, что сэр Петрик может очень быстро испугаться. Увидимся завтра с вами в пещерах. Удачи! Поминки? Должно быть, вы не увидите там много живых людей. Я никогда не слышал о праздновании поминок. Очень печальное событие. Гонка за кубок дома продолжается. Ренвенклоу? Хапл-пуф? Слитерин. Гриффиндор. Гриффиндор, ведущая башня по своим очкам. Гонка за кубок дома разогревается. Вот ты где, Гарри. Гермиона и Рон уже отправились на поминки. Давай, Гарри, ты не должен опаздывать. Увидимся в пещерах. Будь побыстрее, ты же не хочешь пропустить все празднества.
Пойдем со мной. Мудрое словечко, Гарри. Ты вовремя успел на очень важный урок. Давай, Гарри. Просто великолепно. Так держать, Гарри. Я знал, что ты первым сюда доберешься. Похоже, что у меня нет никаких подписанных фотографий, но тем не менее защита против злой магии уже начинается. Вы бы не смогли зайти в мой чудесный класс еще раз и исправить свои оценки по защите от злой магии. Попробуйте Mag Pertificus Totalitus снова. Хочешь попробовать улучшить свои текущие отметки? Следите за моей дорогой палочкой, она нажмет сейчас. Проделайте это. Готов? Класс! 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 Отлично!
Все очень просто. Готовы? Очень стильно, прямо как я. Отлично! Отлично! Еще один разок. Очень стильно, прямо как я. Класс! Очень стильно, прямо как я. Вы получили следующую отметку. Поздравляю! Вы получили кубок защиты против злой магии за свою работу. Отлично! Теперь ты завоевал все кубки домов и щитки. Карточка известных ведьм и волшебников ждет тебя в твоей главной комнате. Все так и свершается, Поттер. Отлично! Ватлберт! Годрик Гриффиндор! Прости, Гарри, но если нужны известные карточки, то ты должен сам их найти по всему Хогвартсу. Harry Potter, Ignatius, Gryffindor, Yachtrubert, Herpon, Hengist, Paracel, Godric Gryffindor, Hogwarts co-founder, gave his name to a Hogwarts house.